Идет второй день чемпионата России. Только что закончился матч РПМ «Арсмет». Со мной игрок команды РПМ Дмитрий Вершинин. Привет, расскажи, как прошла игра, как вам удалось выиграть такой тяжелый матч? Игра получилась напряженной, мы проигрывали со счетом 1-0, но сумели собраться и забили 3 гола. По итогу выиграли. Спасибо команде, нашим болельщикам из Минитека. Жаль, что они в дальнейшую стадию не прошли, но им спасибо огромное за поддержку. Как вообще можешь оценить путь своей команды на данном турнире? В групповом этапе нам попались 2 хорошие команды. В принципе, сыграли с обеими достойно. Из группы вышли со второго места. В дальнейшем, в принципе, наверное, без труда одолели следующего соперника со счетом 6-2. И вот сейчас мы уже вырвали эту волевую победу и выиграли со счетом 3-1. Дальше будем стараться проходить в следующую стадию. РПМ уже давно участвует в чемпионатах России, никак не удавалось доходить до чемпионства. Как чувствуете ли вы в себе силы в этом году все-таки взять первое место и кого считаете своим главным соперником? Честно, я на этом турнире впервые, поэтому соперников на самом деле не знаю особо. Знаю, что команда «Тройка» хорошая, «Золотой» видел несколько матчей, тоже неплохая команда. Остальные команды я, честно, не знаю. А по поводу шансов за первое место, у нас задача в каждой игре выходить, выигрывать. Если это получится, то, естественно, станем чемпионами. Спасибо вам большое. Удачи. Вечерний матч. Спасибо.